Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в страну едут первые из 16 тысяч добровольцев, записавшихся в иностранный легион. Отмечу, ранее он объявил о его создании в целях территориальной обороны Украины и ввел временный безвизовый режим для иностранных граждан. Кроме того, Зеленский отметил, что Украина каждый день получает все больше и больше оружия от западных партнеров. Украина уже встречает иностранных добровольцев. Украина начала принимать иностранных добровольцев, которые приезжают в нашу страну. Первые из 16 тысяч приехали защищать свободу и жизнь. Я уверен, что это будет успех.